И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами я, Бенни, и доктор Кто, и мы с тобой, короче, Team Fortress 2, и сразу, это, короче, напряжончик, и мы не будем с тобой долго ждать, мы сразу идем в атаку, сразу, гасим его, иди сюда, козел, иди сюда, козел, все, молодец, отлично, ты что задумал, иди сюда, сюда, я сказал, иди сюда, это лучшая команда медик, о, найн, моего медика бьют, нет, не смейте. Нет, най-най-най-най-най-най-най-най! Давай, убер-заряд, бей их всех! Давай, красавчик! Давай, это самая лучшая команда медиков, которую я когда-либо видел. Мы сейчас затащим эту игру просто вообще! Нет, медик, я потерял тебя! Нет! Черт! Черт! Это ужасно! Ладно, это, в принципе, только начало. Мы, как бы, секретное оружие красной команды, это самое главное. Самое главное то, что синие до последнего момента не подозревали о нашем существовании. И вот как сказал доктор Кто, мы секретное оружие. Сейчас мы, друзья, мы набираем, получается, Uber. Ну ладно, сразу пойдем в атаку. Смотри, кто тут. Ой, убегает солдат, да? Оп. Ты чё задумал-то, а? А мы сейчас тебя как вот так сделаем-то, а? Все, убежал. Ой, шпион. Черт, медика-то убили. Медика убили, черт. Обратно! Это самая напряженная битва, которую я когда-либо видел. Так, доктор уже заспавнился, он похуй. Где он? Да, он ждет меня на спавне. Смотри, счастливый человек, реально, он меня не видит, он уже понимает, что меня убили, но он все равно радуется. Вот, отлично, молодец, давай теперь ты. Теперь ты будешь атаковать, давай, вперед! Давай, ты начинай атаку, а потом я подхвачу. Давай. Шнеля. Давай, гаси их. Давай. Нифига себе, что творит. Давай. Мы должны захватить эту хрень. Так, черт. Да ну ёлки-палки, почему? Почему? Нас хотят выгнать, что ли? Пошли они в жопу. Не надо никого выгонять. Хотя это нет, это не мы, это про... Прокто какой-то, прокто. А, он захватывает? Или что? Типа какие-то свои понятия. Так, медик, пойдем вперед! Бой не заканчивает. Они его выгнали, представляешь? А, нет. Это не его выгнали, это читер какой-то был. Ну ладно. Ладно. Медик, пойдем. Будем бить их всеми силами. Так, пошел! Чё, думал побить меня? У него это вышло. Да, доктора Кто убили. Блин, главное сейчас с Пиро не связываться. Основная тактика сейчас не нападать на Пиро. Когда ты нападаем на Пиро, автоматически мы проигрываем. Можно сказать то, что мы уже, знаешь, когда... Блин, как сказать правильно? Короче, знаешь, что это плохо. Это просто некрасиво. Подожди. Блин, а где доктор-то? Ах ты, Шнеля! Все, отлично, пошли. Шнеля. Все, давай, медик. Главное сейчас не упускать. Не упускать бойцов. Наши бойцы пока захватывают красную вагонетку. Опа. Сейчас мы должны... Негр! Негр! Иди сюда, Редгар! Иди сюда, биться! На! О-о-о, шпион! Ой-ой-ой-ой-ой! Иди сюда, дерись! Ой-ой-ой-ой-ой! Это бойцы! Оп! Ах ты! Ты кого взбить-то удумал? Да что ты... Ах ты, son of a bitch! Как... Блин, ладно. Мы, в принципе, мы попытались пробиться. Черт! Они захватывают! Нам нужно срочно подойти к красной вагонетке. Просто необходимо к ней подойти. Почему наши бойцы не захватывают? Почему? У нас только солдаты с прыгунами. Мы должны что-то с этим делать. Вперед! Вперед! Нос файта! Ахтонг! Главное не упускать. Так, идем к нашей вагонетке. Они ее очень сильно охраняют. Так. Хоба! Assassin's Creed прыжок! Давай, ну давай, еще один удар! Еще один! Нет!
Это было самое жесткое падение. Это просто. О, он еще живой! Он жив! У него, во-первых, заряд 84%. Отлично! Доктор кто вообще знает, как тошить? Он задает вопрос своим названием. Черт! Да это же Да нет! Нам нужно что-то взять заместо что-то другое, заместо шприцемета. Кровопийца. Вот, вот это вообще отлично, потому что в таких случаях... Зачем? За какую попытку обмана? Что он такого плохого сделал? Так, нам бойцы, наоборот, нужны. Это, знаешь, это диверсанты заходят к нам в команду и выгоняют самых, как бы, бойцов хороших. Понимаешь? Они просто нападают. Пытаются что-то исправить этим. Так, я лечу тебя! Врач! Ой! Ненависть. Ненависть и боль ощущается в моих устах. Но я думаю, это незаметно. Но доктор кто? Он, кстати, жив! Он жив! Был когда-то. Ну ничего, сейчас мы его подождем. А пока мы ждем, мы будем с тобой философствовать. Мы есть медик. Мы есть два медика. Получается, в команде два медика. Медик — это класс, который все любят, но никто не хочет за него играть. Понимаешь? И когда два медика в команде, это автоматически победа. Видишь, пока мы тут упорствуем, наши уже до половины докатили нашу вагонетку. Это успех, понимаешь? Так. О! О, Найн! Подожди! Нам нельзя им позволить дать это сделать! Ах ты, каждый! Почему так много пира у них в команде? Прям каждый игрок у них это пира или демоман. Где шпионы? Где скауты? Почему я их не наблюдаю? У них только... Солдаты? Ну, ладно, в принципе, это нормально. Вот, я сейчас смотрю, у них там дымоман, солдаты, пира. Так, пойдем, снова боец. Ну-ка, в этот раз нам нужно... Черт возьми! Угадай, что я сейчас сделал. Я запустил, короче, запись одновременно с Бандикама и Шадоуплея. Это вообще супер. Я думаю, что немного FPS-то попускается. Иди сюда. Сюда иди. Меди. Давай. Херач его. Ах ты, козел, гони! У него... Он еще попытался нас... Знаешь что? Я кажется, если я правильно заметил, то он еще пытался насмешку сделать. Ну вот, видишь, мгновенная карма. И запись идет только 7 минут, а уже трэша произошло как будто минут на 20. Так, пойдем, медик. Медик, наша с тобой задача вообще сейчас тащить. А, ты пошел не в ту сторону, медик. Я думал не так, как ты думаешь. Ах, медик. Так ищи его. Почему? У нас не получается вообще никак выйти из этого положения. Может, нам нужно накопить суперзаряд? Нам нужно накопить уберзаряд, я ему сейчас напишу. Нужен убер. Копим. Все, копим убер. Копим убер. Надо, знаешь, что сейчас сделать? Вот так вот сделать. Оп, оп, оп. Все отлично. Все отлично и на отличнейшим образом сейчас все происходит. Просто копим убер. Я знаю, что сейчас будет. Копим убер. Стандартная тактика. Сейчас просто соберем. Ай, блин, нафига я себе хилю? Так, 54%. Отлично. Лучшим быть не может. Давай, молодец, уберзаряд 69%. Отлично. 70. 80, да, отлично, все. Пойдем вперед, боец! Все, сейчас мы должны просто-напросто пойти на пролом. На пролом к противнику. Опа! О, как было бы это классно! Убили? Да это ж не мы сделали. Ой, убегают! Снайпер. О-хо! Нет! Чё так много? Черт! Нет! Нет! Медик, убегаем! Медик, убегаем! Медик, убегай! Нам нужно отступать! Мы совсем зашли не туда, куда стоит зайти! Все отлично! Ах! Бей его! Где он? На! 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 Отлично! Пойдем! Вперед! Вперед, боец! Блять! Я его отключил слишком рано! Черт! Возьми его, бери! Черт, давай, гаси их! Бей в атаку их! Давай! Мы их напугали! Ой-ой-ой! Это самые напряженные бои! Давай! А, нет, доктора кто уничтожили?
Его просто-напросто взорвали. Но ничего. Ё-моё, камера-то ездит повсюду, а ты молчишь. Ты чё молчишь, а? Не отмазывайся, ё-моё. Сидит, молчит, главное смотрит. Дверь мою увидел, главное? Или не увидел, я не знаю. Медик, а вот все отлично. Теперь я ему Uber дам. Отлично. Сейчас купим Uber, она самая стандартная. О, австралийский, ну вообще, давай по-австралийски прям набери. Отлично. Какой вообще... Я тебе говорю, солдат прям. Солдат просто вон день, просто медик. Когда ты хотел стать медиком, но поступил на солдатский университет. Или когда ты шел в медицинский, но почему-то все равно пошел в пехоту. А? Давай, уже почти. Мы уже почти собрали. Давай. Найс шот. Все, отлично, пойдем, вперед, боец. Вперед, боец. Вперед, давай, давай. Давай, вперед. Мы сейчас покажем этим синим командчанам, что будут знать, как быть за синюю команду. Как минимум, это неправильно. Давай, дерись, давай. Пошел, пошел, пошел. Давай, давай, пошел, пошел. Бей их, бей, бей. Бей, бей, бей. На, черт, почему мне не выпадает Uber? Зато мы выманили инженера, и его убил снайпер. Тебе говорю, все было так и задумано. Именно так все и было задумано. Но тем не менее, доктор Кто у нас сейчас находится на втором месте. И ему... Отлично, вот, давай. Теперь снова набираем. Снова сейчас будем проводить этот наивеличайший процесс. Типа, чтобы он успел накопить Uber, что ли, или что? А, он помогает тебе Uber набрать. Это же модик. Модик, модик помогает нам. Давай, у тебя сразу два помощника, нифига себе. Это, то есть, знаешь, моментальное набирание Uber, а прям вообще для медиков. Спасибо. Шнеля, шнеля, халтешпихан, давай. Ангриф, хальтазиштет. Ну-ка, вот, все, заходим, заходим. Обходим и заходим. Черт, нас атакуют. Ах. Где медик? Медика убили в голову. Это было неожиданно и очень сокрушительно для нашей команды. И единственное, что мы сейчас можем сделать, это дальше лечить друг друга, да? Пойдем в бой. Давай, просто не будем ждать, просто пойдем в бой и все. А то вот этот, знаешь, утомительный процесс по набиранию Uber, это вообще утомляет. Причем не просто утомляет, а уничтожает. Оп! Что, думали нас стрельнуть, да? Стрельнуть думали? А мы сейчас вам устроим! Устроим! Ты что, думал скрыться? Ты что, охренел, что ли, а? Да ну елки-палки, сраные пироманы! Да откуда вы беретесь, козлы-то сраные, мозгожопы? Вы идите жопу вообще достали, козлы! Негодяй! Я тебя понял, ну да, подожди. Вот так, все, пойдем. Так, надо сразу вдвоем друг друга лечить. Пойдем через центр. Главное, чтобы сзади пира не подбежал. То вот эти, знаешь, проблемы ходячие. Опа, давай, давай, пошел! Прямо в полете сбили! Давай, он до шпиха! Черт! Давай, кого бить? Глаза разбегаются! Ах! А-а-а, медик! А, я отомщу за тебя! Черт! Что? Черт! Это была суперская битва! Трое на одного! Но я никого не убил. Что за херня?
Вот это вообще, ты бы видел тут художество Пикассо вообще. Тут у меня, короче, цифра, не знаю, в каком измерении находится. Пойдем дальше. Мы будем биться до того момента хотя бы... О, нифига себе, я сделал 6 убийств, охренеть. Почему я их не помню, как я их сделал? Оу! Ах, пациент! Так, ладно, слишком опасный пациент. Слишком опасный преступник. Пойдем, пойдем сюда. Найн! Отлично, пойдем. Най, ты туда ходишь? Ты туда хочешь? Нет, отступаем! Медик, отступаем! Доктор! Найн! Найн! Бежим! Бежим, отступаем! Отлично! Все происходит именно так, как мы задумывали. Все отлично. Идем в бой. Черт, ладно. Идем, идем, идем. Медик. Где медик? Медик. Доктора кто убили? Черт. Черт возьми. Боец. Нам нужно добраться до медика. Черт, у меня есть Uber, но надо идти на... Ой-ой-ой, сколько их там! Ахтунг, молодец-то какой! Вернулся живой, здоровый! Отлично, все, пойдем! Шнеля, давай убьем этого пира, давай! Иди в бой! Бой, боец! Давай, боец, бей его! Нам, чтобы сзади не подошли. Давай, бей его! Черт, черт, черт! Я же нажал! Я нажал! Я нажал! Я правда нажал? Это уже пинг, знаешь, вот этот какой? Тут пинг, знаешь, вот стандартные отговорки, то, что это пинг. У меня пинг 76. А это, в принципе, хороший пинг, так что грех жаловаться. Ну ничего, мы все равно сейчас такого... Ой, тебе же нужен... Да, отлично, мы тебя вылечим. Пойди. Мы, знаешь, медики-помощники. Медики-спасители. О, нет! Солдат! Отступаем! Отступаем! Черт! На! Слишком много солдатов! Их неимоверно много. Почему у меня крит не попадается? По идее... Вот! Вот сколько я раз дрался с противником, мне ни разу не выпадал крит. Либо я не замечал. Пойдем, боец. Сейчас мы с бойцом... Пошел! Прям к нам на базу пришел! Еще задумал! Пошел отсюда нахер! Получи! Козел, а? Еще задумал. Чё-чё. Это напряжончик. Напряжончик только вообще хуй. Они, смотри, что они делают. У нас нет другого выбора. Прыгай, медик. Оставь меня одного. Нет. Сейчас. Мы должны остановить это. Почему мне смешно? Мы же проиграли. Да потому что ты опять видишь мою дверь. Опять молчит. Опять молчит. Вот что за безобразие-то, а? Он штихен. Так, все, пойдем. Пойдем. Мы просто будем идти в бой. Просто будем идти в бой. Плевать на противника. Плевать. На! На! Отлично! Я отомщу! Медик! Ах, он думал! С двух сторон-то, ё-моё! Откуда у них в команде? Вот реально, откуда у них в команде
Уточнее, откуда с нашей стороны приходят вражеские пиры? Это что за фигня? Через, доктор. О, смотри, как он улыбается. Это, знаешь, он такой стоит, радуется, типа он африкашер, а он на самом деле требует... Ахтунг! В таких ситуациях нужно действовать немного по-другому. На! Думал побить? А, уходим! Мы будем их бить до того момента, пока мы их не убьем. А мы вас убьем. А мы вас убьем. Хоба! Отлично! Давай, пойдем, вперед! А-а-а! Бей, бей их! Бей их, бей! О, нифига себе, даже достижение получил! Давай, убер мне! Убер мне, давай! Нет! Аунштайн! А-а-а! Ну, человек не заметил, убер, не заметил. Просто-напросто не заметил. Ну, ничего, бывает. Ничего в этом страшного я не вижу. 7 секунд до возрождения, а мы уже один раз как выиграли, правда? Да не, мы выиграли, ты чё, синяя команда выиграла? Пфф, это иллюзия, так и было задумано. Это наш план. Они вот взрывают свои бомбы, а у нас бомбы остаются. Потом, когда они создадут свою базу, мы на них тупо бомбу сбросим, и все, и мы победим. Почему красные не толкают? А я не знаю, вот, это наш план. Они просто сами не подозревают то, что они выполняют часть плана. Так, не показал, за нами пира бежит. Большая цель! Сколько я раз его ударил? Сколько раз? Это что за хрень-то была? Это если бы мы вдвоем... Не, ну в принципе его реально было убить, это знаешь... Это 5 ударов получается на хэви надо, чтобы убить его в рукопашку. А мне кто-то постоянно что-то пишет. Так я вот он же, пойдем. Мы просто будем постоянно спамить их ударами. Вот что задумал. Отлично, так как уж шпион только что был. Мы убьем этого снайпера. Убьем. Мы его уничтожим. Даже если кто-то скажет, что это невозможно, но я скажу, что это возможно. И мне пофиг, потому что, знаешь, это неприятно. Где медик? Медик, я тебя вызываю. Медик! Медик! Отлично. Я призвал медика. И теперь уж мы точно будем тащить. Давай немного поменяем тактику. Видим пира. О, видим скаута. Сейчас получишь звездюлей. Че, нравится получать звездюлей? Да куда ты побежал? Куда ты бежишь, засранец? Чё ты? Ха! Ну чё? Чё, как классно, да? От медиков получать, да? Не каждому это суждено. Но мы для тебя сделали исключение. Теперь главное, чтобы противник нас не заподозрил. А он Штайн! Он Штиль, медик. Мы на вражеской базе. О! Давай! Бьём их, козлы! Бьем их! Самого бич! Давай, гаси его! А куда пошел? Это гондоладра! Я не хотел! Прости меня, медик, я не хотел! Не, ой, вообще не хотел, вообще! Давай, дерись со мной! Кештерале! Ты думал побить меня? О, чё, убегай! Медика испугался! Видал, как тащить-то начали! А! Чё, иди сюда и дерись! Ты что задумал? Давай, дерись! Опа! У них медик! Нужно избавиться от медика! Бей! Бей их, отлично! Ой, бедно, давай, медик! Давай! Не успел! О, наверное, видать, не замечать то, что уберзаряд появляется. Но мы их достаточно долго сдерживали, и почему Даши не толкает вагонетку? А? Почему?
Почему наши сокомандники, как только я заговорил, так сразу начали катать? Ну, естественно, боятся. Не нужно бояться, бойцы. Мы все свои. Не нужно бояться. Никто вас не будет трогать. Главное, помните, ради чего вы сражаетесь. Пойдем. Ты куда пошел? Пошел отсюда! Мега! О! Мега! Отлично! Бедик! О, еще! Матрица! А у меня был уберзаряд, не помнишь? Кажется, не было. Он жив! 95, 96, 97! Убегай! 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 Давай! Молодец! Представляешь? Он немного поменял тактику и начал лечить других. Это очень нестандартно и очень непредсказуемо. Враг этого точно не ожидал. Так что наша сейчас задача просто прийти в очень нужный момент и в нужное время. Пойдем, боец. У них тоже медик появился, который атакует. А, только и может-то. На! Наша тактика. О! Son of a bitch! Вот от 6 минут идет запись. Уже заканчивать нужно, мне побри... Ой, ё-моё, сколько времени, представляешь, часы снизу лежат, и я даже не замечаю. Короче, ладно, вот такие дела. И это было самое лучшее, как бы, геймплей, самое лучшее кооперирование медиков вообще на свете, которые ты когда-либо видел. Так вот, ты тоже так можешь, обязательно. Вот попробуй как-нибудь сделать, может, что-нибудь получится. Ладно. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, ставьте группу Steam, ставьте группу ВКонтакте и недооценивайте медиков, не стоит их недооценивать. Все, всем удачи, всем пока.